все хотят помочь своим соотечественникам и ребятам, которые находятся сейчас в той или иной ситуации. Все готово. Для меня было легко. Я шила с душой, чтобы тепло было там. Все-таки это тепло будет для них, наверное, в радость. Когда даже слышишь слова благодарности о том, что спасибо, девочки, спасибо, ребята, за каждую мелочь, за каждый сухарик, за каждую баночку консервы, ну, это радуешься. Тем более, когда видишь, как просто мирные жители там получают эту помощь, которая остается, ну, без всего, можно сказать.